Всем привет, с вами Чибиси, мы играем в Айзека Репетанс, и меня просят пойти за Лоста. Что с этими людьми не так? Ты уже попрощался, не оправдывайся. Ну чё, ролить будем, да? Да, я не знаю, до кошки в этом. А, это похоже на D1 по виду. У, черная свечка, а чё, круто. Неплохо так со старту-то. Ну тут нужна кошка, да? Привет, X2. Ну давайте, ладно, попробуем. В принципе, начало-то не так уж и плохое. Ну лучше, конечно, чтобы была кошка. А я забыл, а Лосту выпадают хп-апы или нет? На, получил, придурок. А фигня какая-то. Кошка на Лосте работает? Да. Еще как. Еще как. О! Ну что, пацаны, челлендж, не убивай муху 10 секунд. Сколько часов его не надо убивать? Прошло 10 часов. Чибиси так и не убил муху. Пока! Плюмфлюит. Ае, мы можем вызывать би-би-би-би-пляма. Давайте посмотрим, как это выглядит. Пик. Слушайте, ну хорош. Хорош. А, это все? Нет, не хорош. У него такие глазки. Смотрите, какие у Лоста глазки. О, какой милашка. Заходим. Опа. Ну что это такое? Что это за говно? Как я буду проходить? Алло, игра, ты вообще думаешь о чем-то? Вообще в этой жизни ты о чем-то думаешь? Шикарная сделка. 10 из 10, 20 из 20. Так и хочется их всех потанчить. Спасибо. Так много серых сердец. Мне так повезло. Ну, допустим. Допустим, мяу. Возьми белое сердце. Да, это же мне так поможет. Получил по лицу. Сколько у нее жизни у этой личинки? Алло. Твои личинки бессмертные, мужик. Ты знал об этом? Ну, старт, честно говоря, плохой. Честно говоря, не очень. Девила давайте возьмем. Мухи налетели. А вот единственное, что мне пофиг. Чемпионы там, не чемпионы. А это не берется, да? Так, мистер Мамикс. Понятно. Understandable.
Ой, сколько какашек там было. Сколько можно было бы этих братанов себе нарубить? Но, к сожалению, это не тот челлинг. Ну, давай, босса. А чё так жирно? А чё так жирно? Да ты столько всех своих друзей позвал, блин. На, получи по лицу. Давай, швыряйся в него. Чем ты там швыряешься? Как он это редко делает, вообще капец. Да за что? Чебиси Нуб называет старт плохим. Как вы мне предлагаете играть? Объясните, пожалуйста. Мне просто интересно, как вы это предлагаете? Чебиси Го как неонами мяукать после того, как найдешь часть Гапи, если найдешь. Нет, спасибо. Я даже просто банально двух пауков убить не могу. У меня дамага нет, у меня скорострельности нет. Мне игра выдает хп-апы. Ну, давайте посмотрим, что ж там в этой сокровищнице будет. Если вы хотите, чтобы я вообще... Чтобы я вообще с нулевым дамагом, да, играл. Я, конечно, все понимаю, но, по-моему, это перебор. Бери, не бери, ее бафнули. В смысле бафнули? Ну ладно, хорошо, берем. С цементом имба полная. Ну, не знаю, ну ладно. Единственное, что кулаков много будет вылетать, да. PHD, хочу PHD, хочу. Дайте PHD. Я уничтожитель вселенной 3000. Ладно, остальные деньги так найдем по дороге. Например, вот тут, да? Одной денежки не хватает. О, прикольно. О, денежки. Но то, что я им эти панчи провешиваю каждые полтора хода, это весело. Ну чё, неплохо вроде бафнули эту вашу сою. Не такое говно даже. О! Balls of Steel, вау! Блин, плюсой и уничтожитель вселенной. Да не, это трэш. Это трэш будет. Это как бы... Ты будешь просто очень быстро заряжать. Ё-моё! Ну ладно. Блин, я его долго буду убивать. Дайте я ему бомбы кину, что ли. Это как-то совсем не по-человечески. Ну,
Дамага совсем нет, что делать? Вся надежда на эту сделку, но она может быть плохой. Спасибо. О, подождите, удача. Плюс 10. О, видали? Вот это неплохо. Вот это уже неплохо. Ну, пошли дальше. Не, ну что это такое? Еще один развоплотитель вселенной. Такими темпами от вселенной ничего не останется. Слушай, игру Golden Key тоже ты делал? Да, это я делал. Представляете? Нормально. Автомат по получению дамага в лицо. Перевижу тебя в моих рекомендациях. Но это ж хорошо, значит, YouTube не совсем на меня забил. Хотя, конечно, наверное, все-таки совсем. Balls of Steel. Пацаны, сегодня не ваш день, это точно. А, нет, я не буду менять. Не-не-не-не-не. Слушайте, неплохо, неплохо. Повезло, повезло. Они ничего не могут мне сделать. Они просто существуют. Они такие ук-пук-пук-пук. И тут прихожу я и развоплощаю их. Да что, какая трубочка? Ну иди ты нафиг. Это какая-то хрень, по-моему, да? Имба равно 4 равно бан. Какой бан? О чем вы? Вау, серое сердце! Теперь я стану сильнее! Еще один испун? Нет. Не знаю, берем ботфлай, не знаю зачем. Просто берем. Она вон в кого-то стреляет, что-то делает, так что нормально. Комната ужасная на самом деле, очень. Где все остальные? Ну давай, Магас, удиви меня. Ну, удивил. Брокен модем. Неплохо. Брокен модем, это очень хорошо. Ужас, Чибиси, твой оверлей Дискорда, это так и должно быть? Где? Ну, давайте я вырублю Дискорд. Все? Все довольны? Все. Чебисти, активка твоя может уничтожить артефакт. Да я уже это понял. Конечно. Что же они так медленно-то убиваются? Игра, дай дамагу, пожалуйста. Чап! Это же чап! Чап-получап. Неплохо, неплохо. Ай, дебил, надо было ролить.
Фига он отлетает, ну. Костяное сердце. Давно не виделись, Чибиси. Сегодня прям как будто люди приходят, 100 лет меня не видевшие. Слушайте, я ничего не хочу сказать, но по-моему, у нас что-то похожее на имбу. Сокровищница, конечно, трэш до сих пор продолжает выдаваться. Но вот с этим брелком мы, конечно, крутые. Мы крутые. Так, сделка сейчас будет маленькая, да? Поэтому сейчас, конечно, хорошо бы, чтобы в сокровищнице что-то приличное было. О, забаговалось, 2 монетки дало. Это из-за модема. Да мне эти ваши шипы, я лост. И хочу магаз, чтобы меня пропустили в супер магаз. Дали мне супер скидку. Некрополис 1. Давайте просто следить. Что это они? Куда это они уехали? Пацаны, вы куда? Пацаны такие, да свидули. Мы поехали, пока. Двойные бомбы. Ладно, давайте пока ничего не будем брать. Они получают урон от того, что в стену врезается. Понял. Ой, какая ужасная комната. Спасибо за 2 ключа. Понятно. Я не знаю, честно говоря, это же эксплозиво, да? Нет, давайте без взрывов обойдемся. Шахид, вот. Изи вин. Да ну идите нафиг, реально. Идите нафиг. Я вас не слушаю. Все забрали. Это Firemind. Ну ок. Кек. Цени то, что имеешь, чё? Лучше бы взял, умер бы, но зато весело. Дайте мне пройти игру. Задолбали, у меня раз в 1 000 000 лет имба сложилась. А вы хотите мне все испортить со своими, блин. Бери, один раз живем. Пацаны забагались. Вы задолбали. Да достали. Вы когда умрете? Я и так вас уже на другой конец комнаты отбрасываю. Я тупые. Они бессмертные. Они не умирают. Это что такое? Давайте я сам посмотрю. Так. Так. Магнетические... Магнетические слезы.
Берем. У меня теперь магнетические кулаки. Блин, это, наверное, что-то не то будет. А, не, нормально. Хорош, хорош. Красиво, красиво. Я же могу и в эти заходить комнаты, правильно? Кек. Нет, нет, да, верни, верни, блин. Чертовка. Ищите крестик с камнем. Крестик с камнем. Камень с крестинкой. Что? Капец. Зато ты нашел череп с крестиком. Ну да, ну да. Чипс, как ты умер, поведай 29 человекам. Это было ужасно. Все, что я могу сказать. Это был капец. Слушайте, ладно, фиг с этим лостом, не хочу я сейчас за него играть, пошлите за Каина. Надо было сид записать. Да зачем? Играть на сидах неинтересно. На сидах каждый дурак сможет. Ну это, блин, конечно, было. У меня была такая выигрышная катка. Просто вообще капец. Я разносил все. Я был повелителем всего. Какая-то грёбаная муха где-то заспавнилась у меня за спиной и взорвалась, блин. Просто жесть. Как же у меня бомбит. И ради этого я сюда шел? Нет, спасибо. Что за трэш? Муха-боржуха. О! Не, это не то. Давай другое что-то. Ага. Повезло, повезло. Новое шоу Чибиси в поисках имбы. Да она еще бы была где-то, эта имба ваша. А где бомбы там? Ладно, пошлите на босса, пока у нас дамаг есть. Это же Ларри Жир. Зажимают? Зажимают. Зажали. А!
Вы этого не видели. Вы этого не видели. Да, зеркало, ага. Два зеркала. Книжка на неуязвимость. А сколько она неуязвимости дает? Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ой, 10 секунд всего. Нет, это мало. В шипачки заходим на всякий случай. Опа! А чё я? А на что я рассчитывал? У меня всего два сердца. Тридцать сек, да конечно, блин, 30 сек, ага. О-о-о! Слушайте, а вот это неплохо. Неплохо. Сейчас бы еще в сокровищнице что-то нормальное, можно играть будет. О-о-о! Ну ладно. Ага. Ну, окей. О, а чё я так вперед-то кидаюсь? Я же должен как-то навесиком сверху. Ну ладно. Хотите так, будет так. Что же вы делаете-то, сволочи? Монетка. А, давайте взрывать мужиков. Ничего интересного в магазине нет. Чибиси взорвет себя, инфа 100. Да. Она, видите, она не навесом, она просто вперед кидает. Я не знаю почему. Раньше по-другому было. Ну, слушайте, я ничего не хочу сказать, но, по-моему, имба найдена. Чибиси берет и пикак. Все бомбы в радиусе 9 миллиардов километров. Ок, мы просто играем в жизнь, часто не понимая смысл. Ой, как мне не нравится мой пикак. Ладно. Может быть, зря я нашел, пошел на альтернативные этажи. Это, конечно, весело, но меня сейчас убьют и все. На что я надеялся? На выбор из двух предметов? Ну, очевидно, вот этот. О, гимбикс, да, нормально. Игра «Дай Чибиси пироманика». Справедливо. Надо теперь зеркало не взорвать. Да щитапэ! Чё происходит? Он что, не может через камни перекинуть? Очевидно, что не может, да? Ну что это такое? Что я с этим буду делать?
О! Неплохо. О, хирофант, хирофант. Неплохо. Смерть. Неплохо. Так. Короче, он как-то прямо, короче, кидает. Я не совсем понял, как это работает, но как-то так. Берем I can see forever. Так, секретка не тут. А где она? Давайте босса убьем. У нас тут пока есть шанс на сделку. Может, еще что выловим. Вин вид. Пошел нахуй. Ай! Убивают! Нет! Спасибо. Ace of Clubs, ууу. Sun, Strength, Hermit, Fool. А чё так много-то мне понадавали-то всего? Взрывающийся нож? А почему бы и нет, да? А почему бы и нет? Тебе себе материться. Да я не договорил. Я хотел сказать нахер. Вы меня не поняли. Так, пошлите лостом кататься. В любой непонятный момент, Чибиси, пошлите лостом кататься. Блин, взрывной нож, это, конечно, интересно. Привет, солнышко, удачи на стриме. Спасибо, Маш. Иди к экзаменам готовься. Сидишь ты тут на стримах у всяких Чибиси. Ой, а чё у нас с Рэнджой? А чё с Рэнджой-то? А реально, чё с Рэнджой? Как я буду этим убивать? Чё-то не продумано как-то. Я думаю, куда мне пойти? Если мы станем лостом, нам придется убивать Вормвуда. Не хочу, короче. Кому-то рейнджи не хватает прям вообще сильно. Скажи, что это рейндж ап. Ну, ё-моё. Жесть. По-моему, со взрывающимся ножом я переборщил. Давайте пилюлю применим. А, это I can see forever, точняк. Нет! Я даже не достаю до него. Это надо вообще вплотную стоять. Жесть, вообще жесть. Молочко. Ладно. Тут, по-моему, какой-то произошел переизбыток имбы, если честно. По-моему, это не пошло мне на пользу. Я вам так скажу. Нож шахида. А как я этих мух буду убивать? Понял. Ну что, продолжаем ломать игру, да? Берем диплопи и идем что-нибудь вытворять страшное. Не стреляй ножом, тогда он взрываться не будет. А как я... Вы думаете, я буду вот сейчас в ближний бой, да? Вот так вот подходить.
Можешь таранить без взрывов. Я дамаг буду получать от этого. Как вы не понимаете? Это похоже на какое-то проклятие, если честно. Чем на имбу. Ну я просто надеюсь, не знаю на что. На что я надеюсь? Ладно, рестарт, окей. Какой ближний бой, о чем вы? Короче, на стартовом Каине и пикак лучше не брать. Все, это все, что я вам скажу. Курс of Anti-Imba, да-да-да-да-да. Проклятие против имбы. Ну, я, наверное, с самонаводкой похожу, потому что самонаводка топ, самонаводка рулит. Буквально в первой комнате цепь-класс. Ну да, но... Можно было бы еще что-нибудь получше придумать. Ладно, букворм не так уж и плох. Плюс у нас есть самонаводка на боссах. Что, в принципе, не бесполезно. А очень даже неплохо. Он умер, даже не поняв, что он умер. Впервые на твоем стриме. Ну, добро пожаловать на стрим. Устраивайся поудобнее. Sleeped Rip. Ну ладно. Сделочка, нет! Мне сделочку заруинили. О, ноу. Так, подождите, если я возьму кар-аккумулятор, у меня что, будет в каждой комнате самонаводка? Звучит имбово. Не, ну рил. Видите как? Все просчитано, все продумано. Это ребро имба, она выстрела и отражает. Ну ладно, хорошо. Имба так имба. Так, попытаемся 5 монет получить. Получится у нас? Нет, не получится. Обидно, обидно, вообще очень сильно обидно. Блин, откуда? Может, в эту, в кусачку сходить? Ладно, не буду. Давайте пока босса побьем. В кусачку успею. Рейнмейкер! Хей, Рейнмейкер! Хей, Рейнмейкер! Уличный денсер! Рейнмейкер, я буду отражать твои слезы. Тоби обратно. О, дамаг. Игра, иди нафиг. Игра, просто иди нафиг. Честно. Сейчас я представляю, у меня уже 10 000 дизлайков стоит под видосом.
О, монеты! Еее! Живем! Посмотри, какой нож красивый. Нож, нож 2, возвращение Эпикака, да-да-да. Хорошо, что даунпур. Так, проверяем. Да, у нас теперь в каждой комнате будет самонаводка. Приколдезно, приколдезно. Денюшки. Ага, вижу вас, вижу. О, прикольно. Меня муха настигла таки. Император. Рано. Давай, навзрывай мне тут всего. Вот сюда, пожалуйста, взрыв. Прошу. Немного не то. Давай, сюда, 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 сюда. Сюда. Давай, кидай. Еще чуть-чуть, давай, вот сюда. Че ты такой тупой-то? Сюда кидай. Да-да-да-да-да. Да не туда, вот, сюда кидай. Давай, давай. Пошел ты, что ты... Что ты такой тупой-то? Сюда кидай бомбу, я тебе сказал. А, все, достал, блин. Херафант. Все, я сам все взорву сейчас. Моя хпшка. У тебя теперь вечный эффект карты Магикян. Да-да-да. Классно. Вообще клево. Самонаводку сейчас пофиксили. Это лучшая, лучшая вещь сам, во всем Айзике. Сейчас опять мне дизы начнут лететь, короче. Чибизи, ты не понимаешь. Это не имба. А я говорю имба. Разжимаем. Сам на водочку. Ну ладно. Не так уж и нужна мне была эта ваша сделка, если честно. А я ее, кстати, не просрал. Потому что у меня были серые сердца. Нет, давайте взламывалку. А, прожимаем, прожимаем на водочку. Так, пойдем ли мы лостом? Пойдем ли мы лостом? В принципе, я бы сходил. Не знаю, у меня, конечно, есть такое какое-то скромное ощущение, что я могу всю имбу просрать. Ага, понял, понял. Понял вас, ребят. Сейчас мы тут все подзорвем. Угу. И зайдем в магазин. А в магазине ничего полезного. Обидно. Чибиси, заметь ПЖ. Если ты сломаешь костяное сердце, у тебя терза повысится. Ну, надо было раньше говорить. Теперь уже все. Уже все. А, так, давайте я все-таки стану лостом. Для чего? Я хочу слетать вон туда. А может, я еще куда-то хочу слетать? Сатана предлагает нож Чибиси. Не-а. Да, босс, босс такой не самый простой. Если это был бы какой-нибудь Рейнмейкер или Бельзебуб, я бы даже пошел. Но сейчас я не уверен. Но с другой стороны, можно сердца пофармить.
как все неоднозначно. Ладно, давайте не будем портить себе имбу. Идем так, как есть. С одной воды пришли в другую воду. Справедливо. А, у меня же наводка. Кого я стесняюсь тут? Здрасте. Так, что тут у нас происходит? Сердца подонатить в донатную машину было бы неплохо. А, подождите, а за что у меня там дамаг повысился, а потом снизился? Или это дальность? Что это? Это дальность, я понял. То есть эта книжка, самонаводка еще дальность увеличивает. Неплохо. Неплохо. Ох, нам бы сейчас сделочку, у нас так все хорошо по жизни. Мешочек. О! Новый вид батарейки. Двойная батарейка. Это я из видео узнал. Из видео, как приготовить суп дома. Фу. Ну зато можем этого синтолова... О, не синтолова, а этого... Как он называется? Спун, да? Спуна, может, соберем. Если на боссе какой-нибудь трэш выпадет. Зови попрошайку, который бомбы просит. Ну вот, вот что у меня за зрители? Что сразу меня руинить собираются, а? Вот не стыдно вам, скажите? Так, свинина. Свинина-говядина. Ну, наверное, нет. Наверное, я не буду это брать. Ну, мы везде были. Мы могли бы сердца подонатить, но не хочу. Сделку, 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 сделку. Спасибо. Давай, Sacred Heart. Фу, что это такое? И что это делает? Скорострельность дает? И все? У меня даже бомб нет взорвать. Что это за предмет? Ладно, я сам найду. Оу! Неплохо, неплохо. Тирзу, да, повышает, когда не, ну, когда без дамага проходишь, короче, комнаты. Найс. Найс. Пишите дальше. Короче, это чем-то похоже, знаете, на что? На Гюнтер. Из этого. Из Йентер за Гангиона. Хм, неплохо, неплохо. Кто тут? Пины? Пины. Пинчики. Пинцы. Пинятки. О, Хиерофант. Ух, мы по полной вообще экипировались. У нас сердец вообще. Мама, не горюй.
И терзающий повышается. Класс, красота. Красота. Давайте к боссу, пока тирза хорошая. У меня все сбросилось. Можно, прикиньте, вот такую штуку делать. Как это надо было проходить? А-а-а! Я думал, он два брима сделает, которые соединяться будут. Во, вот такие. Ну давай, ангел. Вторая попытка. Не, ну это уже не смешно. Ну, это уже как-то неинтересно, если честно. Мы вам накидали говна на воротник. Теперь опять настакивать комнаты. Магаз. Там может быть, конечно, этот. А, его тут нет. А нам и покупать-то нечего. Тут ничего интересного нет. Нафига мне тело, если у меня и так хпшек просто вообще 10 миллиардов штук? Зачем? У меня хп на экран не помещается. Вы хотите, чтобы я еще хп, короче? Брал, но это вы, по-моему, перебарщиваете. Погнали. Наводочка. Черная муха, это, по-моему, instant kill, да? Если я не, если я все правильно понимаю. О, император. Топ, кстати, за свои деньги. Молодежь. Little Loki. Ну все, уходим отсюда, да? Нам, в принципе, ничего тут больше не нужно. Не иди в золотуре, шанс планетарий увеличить. У меня не открыт планетарий. У меня он не открыт. Все, спускаемся. Так, теперь главное не протупить. Нам нужно найти Каменс Крестком. Давай, заруливай к ним. Ох, как я люблю самонаводку. Какая же она классная. Чибиси, попробуй завтра сделать дневной стрим, там побольше аудитории будет. Да, мне кажется, какой я стрим не проводи, там много аудитории в априори не будет, потому что завожу его я. Так. А чё я? Мне надо было... А, не, подожди. Мне не надо кемперору. Это крестик или не кажется? Мне кажется. Череп с крестиком. Ты где? А, я же могу это все забрать. Ну, во всяком случае, отсюда. Опа. О, Йокер! О, беру! Давай. Красиво, душевно.
Вот это я понимаю, вот это класс. Тебе не кажется, там камень с крестом? Ну, смотрите, вы сами сказали. Чё это? Двойной камень с крестом? О, ничего себе! Слушайте, чё за прикол? Как это работает? Ну все, у нас уже такая почти имба, почти имба. В магазин, наверное, заходить смысла нет, но я зайду, да? А, вот череп все с крестиком. Ресток. Давайте... так, давайте попробуем секретку тут поискать. И она тут есть. Judgment. А, не, не пойдет. Давай как-то это. Во, нормально. Так, мы в сокровищнице еще не были, не были. Чибиси, попробуй завтра сделать ночной стрим, там поменьше аудитории будет. Чё со стримом? У меня все работает. Чё бы там F стриму, блин? Чё не так? Чё вы меня пугаете, блин? F стриму, не F стриму. Вот это я теперь высаживаю. В аркетку зайти? Ладно, не буду. О, это надо сразу убивать. Это то, о чем я думаю. Ох, имбушка, имбушка началась. Давайте протестируем. Протестируем имбушку. Ва. Красиво. Ну все, мы все сделали, что могли. Ну почти все. Сейчас давайте еще. Немножечко вот так. Погнали. Брелок, ё-моё! Ну ладно, мы успели, мы успели. Все, кидаю тут брелок, все. С брелком все нормально, в мавзолее. Начинай забег заново. Да нет, все нормально. Все хорошо, без паники. О, спасибо. Спасибо, грядюшка. А, и ты бы денег дал бы. Ну.
А! Что это? Капец. Что-то было. Ха-ха, любите самонаводку делать, а у меня тоже самонаводка есть. Зря, зря. А как тут вообще? Тут никак. Капец. Ненавижу этих сволочей, их вообще невозможно убить. Давай, из костра выпадай, жизнь-ка, жизнь-ка, жизнь-ка. Спасибо. Ой, спасибо. Все, нормуль. Нормуль. Сломай сердце, плюс терза будет. Не знаю. Не хочу пока. Давайте пока. Давайте пока без поломок. Ну все, идем, да? Все, вот ваш ключ. Главное не прожать его случайно, а я могу. Я могу прожать, вы знаете, я такой у вас. Я вот вместо пробела нажму. Меня так и подмывает нажать. Прям пальцы такие так и говорят. Соскочи, соскочи с клавиатуры, нажми на меня, нажми. Зачем я это сделал? А, ну ладно. Убери палец, Кью. О, супер муха. Мушинная коробка... Мушин? Мушин. Давайте просто его назовем Мушин. Опять скорострельный стакать. Пацаны, начинаем изгонять демонов из пальцев Чибиси, чтобы не нажал. Вот, кстати, еще один ключ, так что чё вы. Вырви Кью из клавы. Блин, мне так нравится. О, золотая бомба! Смотрите, золотая бомба, золотая. Видали? Прикол, да? Приколдезная бомба. Ну, это из новенького. Это из новенького. Поменяй на девятку. Убей Клаву. О, тут тварибасы жесткие. Назовем их тварибасами. Я только что просрал все. Но у меня вроде дали немного скорострельности за все хорошее. Так, что тут? Ну, мало ли, может, это Хирофант. Нет, это Темперанс. Куда пойти? Вот сюда?
А это эти, это гнидосы, короче. О! Огромная мушина, которая меня надамажила, блин. У меня так, может, сердце выпадет. О! Выпало. Я же говорю, надо сюда заглядывать иногда. Нормально, сами себе что-то взяли, взорвались. Фу-фу, выкинь кью. Я зашел на арену. Тут турбококехи, они, блин, меня преследуют. Так, давай, выбей мне еще сердечко. Пжи, 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 пжи. Ой, смотрите, что это светится? Дверка, наверное, ее можно сделать красным ключом, да? Чибис и провокатор. Ну что, погнали. У меня клавиатура потная, блин. За моих рук. Мы разблокировали Каина, мы разблокировали 43-й челлендж. И что-то там с картами и сердцами произошло. Так, что тут? Ой, фу. Ох. Давайте мы используем самонаводку на догме. О. Мне страшно. Я не победю. Да блин, ты чё, дурак? Я тебе самонаводку прожимал, а ты чё делаешь? Ладно, минус первая фаза. Зачем я пошел чесать ухо, блин? Бери сердце. Все, хорош, возвращайся. Мухи, бейте ее, бейте, бейте, бейте. Всадники, бейте, все бейте. Ну, ё-моё. Сердце, сердце, жри, жри. О! Сейчас
Сердца, сердца, лови, сердца. Откуда у меня серое сердце? Чибиси мастер получать дамага от всех. Ой! Самонаводку не выражал, я дурачок. Чё ты на меня с потолка там падаешь постоянно? А, галлоешки сейчас вызывает свои, да. Помню мы такую атаку. Я не знаю, как ее проходить, если честно. Вот вообще понятия не имею. Ну все, поехала бесятина. Начинается Flappy Bird по-русски. Так, сейчас он бримом фиганет. А, нет. Сначала вот этой штукой, потом бримом. Брим! Брим! Да, брим. Да ё-моё, а об этого как надо было уворачиваться? А, жесть, они еще и падают. О, такое я не помню атаки вообще. У него, оказывается, больше, чем одна атака. Нифига он спамит. В смысле, я думаю, я тебя убил. Ну, мы Каина открыли. Я не планировал как бы проходить тут. Я половину атак его не видел. Я вообще всего один раз в жизни видел, так что... Это был предсмертный смех Чибиси. Ну что ж, ладно. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Также не забудьте подписаться на канал. С вами был Чибиси Плей. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.